Всем привет! Столько лиц знакомых, класс! Итак, начнем. Я Александр Амирянович, я CEO и кофаундер компании AdsBridge. Моя тема сегодня All-in-One, анализ рекламных кампаний вдоль и поперек. И выбор данной темы обусловлен тем, что на рынке все больше и больше появляется новых арбитражников, новых людей, которые пытаются урвать свой кусок пирога, попробовать себя в партнерском маркетинге. Но, к сожалению, мы видим по вопросам, и достаточно открыть любой паблик ВКонтакте, на форумах, что уровень вопросов очень примитивный, и у людей, большинства новичков, не хватает базовых понятий экосистемы, не хватает понимания, как этот рынок весь работает. И поэтому сегодняшний доклад будет прежде всего интересен новичкам. И здесь не будет каких-то секретных суперфишек, но я постараюсь раскрыть уровень и направление мышления опытных арбитражников. Те моменты, когда они ищут, тестируют, находят свои суперконвертящие связки. Итак, прежде чем перейти непосредственно к кейсам и к тому, как компании оптимизируются, я в двух словах расскажу в целом об экосистеме, об участниках этого рынка, ну и о том, какие трекинговые решения есть на рынке. Итак, об участниках. С одной стороны, есть вебмастер. Это тот, кто генерит трафик. С другой стороны, есть рекламодатель. Тот, кто этот трафик потребляет. И здесь между ними выросла целая грядка различных посредников. Рекламные сети, DSP, SSP-платформы, партнерские сети, маркетинговые агентства, арбитражники. И каждый пытается, опять же, урвать свой кусок пирога, заработать свои деньги. И существует ряд дополнительных сервисов, вспомогательных, которые позволяют упорядочить, оптимизировать, упростить работу. Это различные спай-сервисы, антифрод-системы, DMP-платформы, конструкторы лендингов, ну и, конечно же, трекинг-решения. Трекинг-платформы в зависимости от потребителей, в зависимости от тех задач, которые они должны решать, делятся на несколько видов. Есть Kochava, AppsFlyer, Attribust. Это системы для in-app трекинга. То есть вы устанавливаете свое SDK в какое-то приложение и трекаете активность пользователей внутри этого приложения. Есть His Offers Cake и много самописных решений, на которых разворачиваются CPA-сетки, в которых менеджатся партнерские программы. Есть Google Analytics для трекинга активности пользователей на конкретных веб-сайтах. Ну, есть масса решений, которые оптимизированы, заточены под конкретные источники трафика. Как правило, они дополняют функционал. Из примеров могу привести Искандер для работы с MyTarget, Nanigans, Action Ads для работы с Facebook, также есть решения для Google AdWords и так далее. Ну и самым быстро развивающимся, динамичным является система трекинга потоков трафика. Это Binom, AdsBridge, Volume, Stripe Tracker и так далее. Главные потребители, целевая аудитория данных трекеров – это арбитражники, это медиабай-команды различных веб-мастеров, рекламодатели, это маркетинговые агентства. Ну и основные задачи, которые решает трекер – это отслеживание распределения трафика от первого клика по рекламному объявлению до совершения целевой конверсии на стороне рекламодателя. Ну и на трекере вы, конечно, можете следить за своими финансовыми результатами, проводить множество сплит-тестов, клатчить, анализировать, выявлять наиболее конвертящие связки и так далее, и так далее. Большинство трекеров имеют схожий функционал. Отличие в основном в цене, в юзабилити, в скорости редиректа, в скорости саппорта и в таких дополнительных плюшках, как фильтрация ботов, многопользовательский доступ, автооптимизация и так далее. Есть два основных вида, это self-hosted, cloud-hosted. Здесь можно долго спорить, какое решение использовать лучше. Я как представитель компании AdsBridge, конечно, рекомендую всем использовать managed сервисы, потому что вам не надо думать о масштабируемости, о скорости редиректа в разных локациях, о хранении статистики и так далее, тогда как в self-hosted трекеров вы можете потенциально столкнуться с этими проблемами. Хотя выбор за каждым, и у self-hosted тоже есть масса своих плюсов. Итак, перейдем к оптимизации. И какая роль трекера в этом всем процессе? Конечно, каждый
арбитражник, каждый опытный человек выявляет для себя какие-то собственные методы оптимизации. Кто-то действует путем создания каких-то математических алгоритмов, кто-то действует по зову сердца. И в любом случае здесь нету каких-то единых методов. И это очень зависит от частных случаев, потому что ситуация может кардинально отличаться от ваших бюджетов, от ваших офферов, от ваших вертикалей, источников трафика и так далее. Но, тем не менее, есть базовые понятия, такие как оптимизация ваших источников трафика, баннеров, прелендеров, ну и, конечно же, офферов. И вот давайте рассмотрим несколько примеров. Начнем с самого простого. Это оптимизация по баннерам. Да, вы закупаете трафик с какого-то источника трафика, и у вас в ротации одновременно 5 баннеров. Как определить, какой баннер лучше? Для этого с помощью макросов Traffic Source или просто в токенах вы прописываете идентификатор баннера, далее заходите в трекер, выбираете период, ну и смотрите статистику по данному сегменту. И не факт, что баннер с самым высоким CTR приносит вам больше денег, поэтому нужно смотреть на такие показатели, как conversion rate и EPC, то есть доход с одного клика. В нашем примере мы видим, что баннер 2, баннер 5 приносят нам наилучший результат. Первый баннер можно запаузить, ну, а третий, четвертый еще можно потестить, но, возможно, на меньшем количестве трафика. Та же самая ситуация, когда вы закупаете трафик какого-то источника, и вам надо определиться, какой плейсмент работает лучше, где разместить баннер, в футере или в хедере, 728 на 90 или 300 на 250. Точно так же вы запускаете различные тесты, передаете в урле идентификатор плейсмента или размер баннера, заходите в статистику, ну и принимаете какие-то решения. Следующий пример – это когда вы хотите протестировать новый источник трафика. Ну и, как правило, источник может разместить вашу рекламу на сайте тысячи паблишеров. Ну и вам нужно, конечно же, чтобы не сливать впустую, определиться, какие источники приносят наилучший результат. Таким образом, вы, опять же, в статистике, благодаря токенам, смотрите, какие источники трафика работают наименее эффективно, отключаете их, ну и пытаетесь масштабировать и увеличить результат по тем, которые конвертят. Также благодаря трекеру вы можете сравнить сетки, которые имеют, к примеру, схожий трафик. Да? Вот в нашем примере это Traffic Factory, Repora, Traffic Junkie, ExaClick. Это все эдалтовый трафик, много трафика с одних и тех же ресурсов. И вам нужно понять все-таки, с какой сеткой вам работает наиболее эффективно. Опять же, заходим в статистику, сравниваем. И в нашем примере есть еще такой показатель, как ботовый трафик. И здесь также вы можете увидеть, кто сколько подмешивает, у кого какое качество трафика. Но не факт, что те сетки, которые показали худший результат, действительно плохие, их трафик плохой. Возможно, вам надо оптимизировать баннера, плейсменты, лендеры, офферы. И вам необходимо подобрать наилучшие решения для по каждому из параметров. Далее мы перейдем к оптимизации прелендеров. Уже сегодня неоднократно говорилось, что прелендеры крайне важны во многих вертикалях. Они увеличивают конверсию вплоть до 30, а то и более процентов. И в таких вертикалях, опять же, как дейтинг, нутро и гэмблинг, и ряд других, где много трафика, где очень большая конкуренция, вам необходимо постоянно искать новые варианты. Вы можете пользоваться спай-сервисом, либо придумывать собственные креативы. Но смысл в том, что вам нужно постоянно тестить, тестить и тестить. И находить лучшие связки, находить что-то свое уникальное. В нашем примере одновременно в ротации 4 прелендера и директ-линка. То есть, когда пользователь после клика сразу попадает на сторону рекламодателя, на оффер. Таким образом, вы тоже принимаете решение. Следующий важный момент и наиболее, наверное, самый распространенный метод оптимизации, да, это тестирование офферов. Допустим, у вас есть какой-то источник трафика, в котором вы уверены, который устоялся, но либо офферы выгорают, либо появляются новые. Вам не стоит переключать сразу весь трафик куда-то, поэтому вы запускаете сплит-тест офферов, ну и выявляете лучший результат.
Есть такая ситуация, когда один и тот же оффер одного и того же рекламодателя вы можете найти на разных сетках. Причем часто payout у них может отличаться. Ну и, конечно же, сетка с большим payout'ом рассказывает, что они работают либо на эксклюзивных условиях с рекламодателем, либо с меньшей маржинальностью. Ну, часто это реально маркетинговый ход. И не факт, что сетка с большим payout'ом даст больше, принесет вам больше денег. Возможно, вас просто эта сетка больше шейвит. Ну и запустив сплит-тест, вы можете увидеть, так ли это. Еще одним примером оптимизации, ну, наверное, более сложным, является ситуация, когда вы наливаете трафик на офферы разных вертикалей. И здесь используются страницы, да, прилендеры. И вам нужно сравнить и выявить наиболее оптимальные связки лендер-оффер. Благодаря трекерам вы также можете это сделать. Ну и раз уж мы заговорили об оптимизации и распределении трафика, то, как правило, есть ситуация, когда закупаемый вами трафик неоднородный. Таким образом, его нужно детально изучать и смотреть на статистику. И использовать инструменты трекера для выделения в отдельные пути каких-то определенных сегментов трафика. В нашем примере это мобильный веб-трафик, iOS, Android и так далее. По поводу Android и iOS. Да, наиболее простой пример – это когда пользователи с Google Play, с Android вы идете на Google Play, пользователи с iOS вы отправляете на App Store. Либо бывает ситуация, когда в каком-то конкретном трафике и оффере конвертят только пользователи, ну или гораздо лучше конвертят какой-то определенной операционной системы. Тогда вам есть смысл переключить трафик, в данном случае с Android, на какой-то альтернативный оффер и подобрать для него наилучшие вариации. Также бывают ситуации, таких офферов на самом деле много, когда рекламодатель выставляет конкретные ограничения по трафику. Например, в mobile billing офферах вам нужно отсечь Wi-Fi трафик или выделить вообще каких-то конкретных мобильных операторов. Ну и таким образом, благодаря трекеру, вы все это можете сделать. Еще одна возможность, которую дает трекер для оптимизации, это оптимизация по временному признаку. То есть вы можете, детально проанализировав свою статистику, выявить, что какие-то офферы работают лучше всего либо на выходных, либо в какое-то конкретное время суток. Таким образом, вы можете выделить это в отдельные пути, ну и, соответственно, получать больше конверта. Следующая история – это клоакинг. Да, и нельзя переоценить роль, которую она играет в современных медиазакупках. Вот. И самый простой пример – это когда вам нужно обойти модерацию конкретного трафик-сорса. Таким образом, вы сетапите кампанию на трекере, добавляете ее на трафик-сорс, ждете, пока модератор или бот перейдет по вашей ссылке, попадет на что-то разрешенное, не противоречащее полисе данного источника трафика, ваша компания опрувится. Ну а вы тем временем выделяете это все в отдельный путь и запускаете трафик на туда, куда вам надо. Но здесь нужно понимать, конечно, что 2-3 года назад клачить было гораздо проще и модерацию обойти было гораздо проще. Сейчас все больше и больше модераторы обращают на это внимание, пытаются бороться. Но, тем не менее, эта тема по-прежнему работает. Ну и обратная ситуация – это когда вам нужно скрыть источник вашего трафика от сетки или от рекламодателя. Трекеры тоже, большинство трекеров позволяют это сделать. Вы можете прогнать трафик через ряд дополнительных редиректов, либо вовсе стереть реферер, либо заменить его каким-то белым доменом, который впоследствии увидит рекламодатель или сетка. Это работает и тоже очень важно и нужно. Еще одна возможность, которую дает трекер, это выставление лимита конверсий. Да, многие офферы, многие рекламодатели также выставляют лимиты. Связано это в основном с ограниченностью бюджетов.
Ну и проще, конечно же, вам не лить на такие офферы, потому что или в любой момент дня, или ночи, или на выходных вам нужно переключить трафик, когда он достигнет какого-то лимита. Но благодаря возможности выставления дневного лимита конверсии, ваш трафик автоматически переключится на какой-то альтернативный оффер. Все больше и больше ботового трафика появляется, и растет, соответственно, качество рекламодателей, требования рекламодателей к качеству трафика. И таким образом трекеры, как передовые инструменты для работы арбитражника, пытаются на данный момент решить эту проблему путем добавления функционала bot detection, ну и вообще фильтрация ботов. Пока что это в основном все делается в ручном режиме на большинстве решений, но все сейчас работают над созданием каких-то автоматических систем, да, интегрируются с различными антифрод решениями, ну и таким образом вы можете домонетизировать каким-то, либо отсечь, либо домонетизировать ботовый трафик путем продажи его там, по CPM-модели, к примеру, и при этом отправите хороший качественный трафик на сторону рекламодателя, и к вам не будет никаких претензий. На данный момент у меня все, и я еще раз хочу подчеркнуть, что методов оптимизации существует очень много, да, и с опытом каждый для себя вырабатывает какие-то определенные схемы, и это очень зависит от многих факторов. Но самое важное, что нужно помнить, что нужно постоянно тестировать. Арбитраж — это и вообще партнерский маркетинг, очень динамично развивающаяся схема, сфера, и нужно просто тестить, строить предположения, которые потенциально дадут профит вашим компаниям. Всем спасибо большое, за внимание, Александр. Готов ответить на вопросы, если есть. Так, пожалуйста. Ну, самый главный вопрос, сколько стоит это все? Ну, как правило, стоит ориентироваться где-то на $90-100 за миллион кликов. Ну, это средняя цена облачного трекера. В принципе, self-hosted трекеры также стартуют где-то с этой цены. Саша, а может быть, мы какую-то скидочку дадим всем участникам конференции? То они напишут саппорт, скажут, что сканфы. Конечно, подойдите, да, либо подходите к нашему стенду, либо пишите в саппорт. Мы, конечно, всегда даем скидки. Сколько? Как сколько? Минимум... Нужна цифра. Вот я вижу по глазам, ребята хотят узнать цифру. Конечно. Они напишут саппорт, ну, и какую скидку они получат? 25% никого 25%, друзья. Нет, ну, этим пишет никого саппорт, не удивишь. Получает скидку. А, не удивишь? Не удивишь. Прости, так, конечно, прости. Да. Ну, мы дадим 50% как минимум 50% на первый месяц. 50% раз, 50% два, продано. Так, да. Еще вопросы. Пожалуйста. 1, 2. А как я могу отследить, в какое время у меня проходят конверсии? Вообще, есть ли такая возможность? Например, я вижу уников, то что вот у меня пришло столько-то уников. Может быть, я могу как-то через ваш трекер понять, в какое время именно прошла продажа? Да, это все есть в статистике и в детальных репортах. Ну, в смысле как? У нас указывается время конверсии. И в Conversion Report вы можете это отследить, отфильтровать это по офферам. И все очень даже наглядно. Я не совсем понимаю. А партнерская программа мне дает SmartLink. Да. С этого SmartLink проходит несколько переходов. Неужели ваш трекер отслеживает все эти несколько Хорошо. Переходов? Хорошо, ну вы не уточнили, что вы говорите о SmartLink. Уточняю. Дело в том, что да, в SmartLink вы сложно отследить, потому что в данном случае конверсии на сторону трекера приходят от одного, ну, назовем его рекламодателя. Да? Таким образом, время конверсии и где были эти конверсии, видит только та самая SmartLink. И это как раз и есть их бизнес. Да? Они монетизируют максимально эффективно ваш трафик, но при этом они не палят это все вам, чтобы вы не делали это самостоятельно. Поэтому всю эту информацию вы можете только у них узнавать. Ну, вряд ли дадут. Так, спасибо. Еще вопросы? Так, друзья, поднимаем руки. Я вот за столбом посмотрю. Что? Давайте следим. Нет, есть вопрос, еще один. Добрый день, спасибо за доклад. Я хотел спросить, а если я вот уже на каком-то облачном трекере, мне есть смысл на какой-то другой переезжать, или они все совсем одинаковые, ну, там на ваш, например?
Ну, я же говорю. Просто сейчас они настолько реально все одинаковые, что прям удивительно. Да, еще 2-3 года назад были существенные отличия, и за это время реально была гонка функционалов. Каждую друг у друга копировал, воровал, и на данный момент основные отличия все-таки – это юзабилити, цена, скорость редиректов, скорость саппорта, вот такие вещи. Да, появляются какие-то плюшки, у кого-то есть там заметки в компаниях, у кого-то есть автооптимизация, у кого-то есть еще что-то. То есть, ну, здесь надо только тестировать и смотреть. И любой владелец трекера, любой трекер понимает, что перевести свои, потому что пользователю очень сложно и геморройно перевести свои компании с одного трекера на другой. И здесь действительно надо изощряться и как-то пользователя укатывать, чтобы он это сделал. Но здесь надо в любом случае тестировать. Поэтому одного очевидного какого-то ответа нету. Кто-то вот дает скидки 50%, например, да, чтобы вы перешли к ним. А на первый месяц или лайфтайм, как там? Пока мы говорим о первом месяце. Так, а дальше посмотрим на ваши объемы и будем принимать решение индивидуально. По записи. По записи. Да. Окей, так, еще вопросы. Так, пожалуйста. Здравствуйте, я хотел бы уточнить насчет кэриеров и определения Wi-Fi трафика. И насколько этот процент может отличаться после того, как лид уйдет по этим таргетам к рекламодателю? Все зависит от того, какую базу использует трекер и конкретный рекламодатель. Допустим, на AdsBridge, на Volume используется база Digital Element, да, которая постоянно апдейтится, там, ну, соответственно, наиболее актуальная информация там должна быть. Да? Ну, не всегда, конечно, удается все это в самой базе пополнять, апдейтить. Есть другие какие-то механизмы. Вот не так давно видел, что какой-то трекер использует какой-то другой механизм определения кэриеров, и он более точный. Ну, вот. Ну, если адвертайзер не детектит это так, как трекеры, да, тут статистика действительно может отличаться. Но я не думаю, что такой процент реально критичный. Так, спасибо. Еще, да, вопрос? И второй вопрос. А как у вас работает автооптимизация? Спасибо за вопрос. На AdBridge это реализовано таким образом. Вы сплитуете, допустим, лендинги или сплитуете офферы. Включаете автооптимизацию, выставляете шаг оптимизации. Вот, допустим, вы хотите, чтобы оптимизировалось либо ежедневно, либо после достижения там, 100 конверсий. Ну и можно выбирать параметры, как вы хотите комбинировать. И наша система анализирует 10 предыдущих шагов оптимизации и строит, в общем, выявляет тренды и строит прогноз на следующий шаг. Таким образом, трафик перераспределяется, количество трафика, процент сплитования перераспределяется. Лучшие офферы получают больше трафика. И, допустим, если какой-то офер, допустим, он лидер, но он просаживается, он не получит столько трафика, как явный фаворит, сколько он мог получить, допустим, 5 шагов оптимизации назад. Зато какие-то офферы, которые или лендинги, наоборот, показывают рост, им будет все больше трафика доставаться. Ну, вот как-то так оно работает.